Право открыть юбилейное торжественное собрание в Центральном дворце культуры было предоставлено герою труда Российской Федерации, бригадиру знаменитого честного коллектива компании «Сокузбасс» Владимиру Мельнику. В 1942 году, когда страна переживала тяжелейшие времена, а мысли были руководством будущим и создали ваш замечательный техникум, который столько специалистов вырастил для нашей страны. Ребята, я хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов. Любите свою страну, любите свой Кузбасс. И трудитесь на благо Кузбасса. В праздничной программе приняли участие руководители учреждения, студенты, представители угледобывающих предприятий, деловые партнеры и ветераны техникума. Поздравила всех собравшихся с юбилеем директор Елена Сидоренко. За 80 лет из стен техникума выпустилось 24 730 выпускников. Это будущие шахтеры, это сегодняшние шахтеры. Но если каждый из них женился и в каждой семье появился хотя бы один ребенок, это получается 80 тысяч наших выпускников. То есть мы что можем сегодня сказать? Мы градообразующее образовательное учреждение для нашего любимого города Ленинско-Кузнецкого. Сегодня можно смело сказать, что Ленинск-Кузнецкий горный техникум стал кузницей шахтерских кадров всех звеньев. В Кузбассе, пожалуй, нет ни одного рудника, где бы не было руководителей шахт, главных специалистов, начинавших свой путь в этих стенах. Среди них и выпускник 1996 года, а ныне управляющий директор шахты Тихого Алексей Соболевский. Техникум вообще оказался как вторым домом, да? Мы все почему-то думаем, что когда нас со школы выпускают, говорят, все, вы вышли там, на большую дорогу, там вы теперь сами за себя. А в техникуме все по-другому. Техникум, наоборот, вот именно преподавательский состав, когда я учился, они так окружили нас своей заботой и как бы, ну, именно материнской заботой. И поэтому как бы очень много воспоминаний все 4 года, которые отучился. Ну, и много друзей приобрел за тот период времени, с которыми до сих пор мы собираемся и общаемся. Как и по работе, так и просто в дружеской обстановке. Генеральный директор АО «Сокузбасс» Михаил Лупи в приветственном адресе отметил, с самого своего основания в суровом 1942 году техникум стал надежным центром подготовки кадров для рудника. В новом веке учебное заведение «СУЭК» связывает прочное многолетнее сотрудничество. От компании «Сокузбасс» коллективу техникума денежный сертификат вручила руководитель Центра подготовки и развития персонала Алена Каргополова. В этот день со сцены слова признательности и благодарности звучали всему преподавательскому составу, и особые слова благодарности были высказаны в адрес ветеранов педагогического труда. 80 лет отметили, но торжество не финишная прямая, а лишь новый поворот пути, продолжение взятого курса на качественное образование студентов. Ведь Ленинск-Кузнецкий горно-технический техникум не перестает развиваться и совершенствоваться. Внедряются инновационные технологии, используются современное оборудование, открываются лаборатории и мастерские, обеспечивая при этом безопасные и комфортные условия обучения. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.